Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Rest Property. С вами снова я, Светлана Пономарева. Представлю вам компанию Rest Property, лидер зарубежной недвижимости в таких странах, как Турция, Дубай, Таиланд, Северный Кипр. И я готова вам сегодня рассказать про один инвестиционный проект. Вы умеете зарабатывать и сохраните ваши деньги с компанией Rest Property и приумножьте их. Давайте я вам расскажу про проект. Почему хочу рассказать вам именно про проект в центре Алани? Комплекс от топового застройщика расположен 750 метров от Средиземного моря с отельной инфраструктурой. И преимущество данного комплекса в том, что в данном комплексе высокая кадастровая стоимость. Что вам дает кадастровая стоимость? Это получение ВНЖ и, конечно же, вы можете получить турецкое гражданство. А расскажут вам о всем наши менеджеры компании Rest Property. И сейчас мы с вами расположены на стройплощадке. Комплекс расположен 750 метров от моря. Море находится у нас там, а блок будет передо мной. Комплекс с отельной инфраструктурой будет открытый, закрытый бассейн, фитнес, сауна, хамам, детская игровая. И преимущество данного комплекса будет подземный паркинг под блоками. В данном комплексе есть разные планировки квартир. 1+1, 2+1, линейные причем. Дуплексы 2+1, 3+1 и 4+1. Вид на море имеется уже с пентхаусов, планировки 2+1 и 4+1. Комплекс премиального сегмента, и вам будет комфортно отдыхать круглый год в солнечной Алании. Сейчас, инвестировав в данный проект, вы сможете получить от застройщика гарантированную аренду. Поэтому, инвестируя в данный проект, вы сможете не только сохранить свои сбережения, но их и приумножить. Менеджеры компании Rest Property помогут вам приобрести недвижимость, подготовить все документы, проконсультировать вас по оплате, по контракту и, конечно же, по комплексу. Ну а с вами была я, Светлана Пономарева. Не пропустите следующее видео, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока-пока!